Трамваи и троллейбусы Саратова снова на грани исчезновения. 29 июня истекает отсрочка, которую энергетики дали Саратов-Горэлектротрансу. Напомню, угроза обесточить линии связана с долгами перед Саратовэнерго. Речь идет о более 5 миллионов рублей. Сумма долга была намного больше – 19 миллионов рублей. Но большую часть Горэлектротранс возместил. По словам городских властей, это поставило предприятие на грань выживания. Нет средств на ремонт путей и подвижного состава, на покупку новых вагонов. Областной бюджет до сих пор не возместил Саратов-Горэлектротрансу более 13 миллионов рублей за перевозку социальных льготников. Энергетики намерены решать вопрос с долгами кардинально. С понедельника грозят обесточить провода для троллейбусных маршрутов номер 5, 15 и 7, а также для 7-го трамвая. На очереди отключение остальных, в том числе сверхпопулярного в часы пик трамвая номер 3, который соединяет Ленинский район Саратова с центром.